Всех приветствую, друзья! Агрокраина Днепр! Слава Украине! Хочу вам сегодня сделать такой обзор, рекламу, напомнить, что в нашем магазине есть турбины на разную технику, разные варианты на ЮМЗ, на МТЗ. Есть также турбины, например, вот такие, как я вам сейчас покажу. Это турбина ТКР-8.5Н3. Вот. И производство наших турбин – это Таврия Турбо. То есть то, что в основном мы продаем, рекомендуем и часто у нас покупают. Это наш украинский производитель, который славится очень хорошим качеством турбин. И у них в производстве, у них производство именно полностью вся технологическая цепочка. То есть не просто взяли там что-то, отливку сделали вот эту, да, а все остальное купили и сделали сборку. Да, они полностью все делают, производят сами. То есть это именно хороший, скажем так, большой, крупный завод, вот, с которым мы уже давно работаем. Покажу, как они выглядят, турбины. В принципе, они все одинаковые. Я просто выбрал одну для того, чтобы вам показать. Но имейте в виду, что есть и ЮМЗ семерки, есть шестерки. В общем, разные. Уточняйте, спрашивайте. Есть пока по наличию штук по 10, по 15 еще осталось. Вот. Ну, давайте посмотрим. Пакуются они в коробочке заводские. Таврия Турбо. То есть, тут перепутать вы никак не перепутаете. Все они идут абсолютно новые, понятное дело. В комплекте есть вот разные прокладки под турбину. Все они идут хорошие, толстые. Паранит. Также есть вот в комплекте тоже такое, видите, с наклейкой масло моторное, то есть заливать. И есть обязательно, это у нас паспорт и сертификат качества. Вот, причем не просто бумажка напечатанная, как некоторые подкладывают, а это именно, который вы можете проверить, зайти в интернете. Также есть все печати, есть все росписи, все, как говорится, печати, явки все есть. Подписана дата производства, вот, так что в этом плане, я думаю, вы будете довольны. Давайте посмотрим на саму турбину. Везде, видите, маркируют гидравлика, гидравлика, говорю, Таврия Турбо. На отливка есть на корпусе, есть отливка даже на вот этой пластиковой заглушке, тоже есть отливка Таврия Турбо. Вот. Есть еще одна отливка с номером турбины и логотипом. То есть полностью все, вы никак не перепутаете какую-то там подделку или бэушную, что-то такое. Потому что есть такое, что берут бэушный, вот эту улитку, да, берут, допустим, корпус, внутрянку меняют, реставрируют и выдают под видом новых. И по цене получается, конечно, приятнее, дешевле. Многие берут, продавцы говорят, что новое. Ну, а человек как бы, чтобы, да, сильно и не копая в ту сторону. Новое, на не новое, то уже как бы не сильно кого волнует. Все опломбировано, все везде подписано, есть колпачки. То есть, купив такую запчасть, вам будет как бы приятно купить такую новую запчасть. Новая, как говорится, есть новая. Вот, посмотрите поближе. В нашем магазине нету подводных камней, то есть заказывая новое, вы получаете новое. Да, в принципе, сейчас и нету реставрации, потому что ее в основном делали в Мелитополе, который сейчас временно оккупирован. Так что, ребят, пожалуйста, кому нужно, кто переоборудует свою технику под турбину, у нас есть хорошие турбины, обращайтесь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пока.